Мы решили за день сделать парилку и сегодня в 12 часов, попарившись, нырять в это вот озеро. Все как всегда по-русски в последний день. Интересно, успеем или нет. На печку собираем камни. Камни должны быть примерно одного калибра. Не сильно крупные, не сильно мелкие. Чтобы они равномерно нагревались быстро, да? Ну и хорошо держали температуру. Ну, примерно вот такие. Где Вовки? Я рассказал, куда что-то попарить. Самый прикол, что уже 4 час, 18 число, а мы собираемся уже париться. Успеем сделать или нет до 12? Вот в чем вопрос. Придется купаться так. Да. Так. Камни я насобирал. Сейчас их быстро купаем, обмываем, выкладываем на печку. У меня тут понабежало помощников мыть камни. Вот они. Дружбаны. Местные жители. Казаки набежали. Так, перчатки могут и загореться. Есть определенная методика выкладывания камней. Называется, как положишь, так лежать и будут. Шо, угорел, да? Прогорело уже? О, да конечно, мы там сейчас замерзли. Да сейчас. Печку я уже сложил, можно поджикидывать. Да еще за дровами найти. О! Еще нужно дрова посадить, чтобы выросли. Так, время 15:55. Печку затопили. Нужно пойти дров принести. Печку напилить, да? Аж какой-то прям азарт. Печку я сложил, камни собрал. Сейчас покажу. Все работают в поте лица. Вот так выглядит. Печка. Тут ребята тоже фигней не занимались. Уже все побили. Ну посмотрим. Мы всем говорим, что приезжайте в баню париться, друзьям, но пораньше. Нужно будет помочь. Наблюдаем, что будет дальше. Пошла небольшая уборка. Подмести пол. Осталось. Все тут прибраться, сбить, скоротить стол. Я думаю, успеем. Помощники пришли, быстро давайте. Вперед. Достали. Оттуда вот откуда, с черной дыры. Колонку притащили. Все будет нормально. Пацаны там сейчас гайки крутят, шурупы. И причитает. И говорит, в баню не хочешь? Да, говорит, хочу. Только приходи пораньше, говорит. Тут еще нужно доделать. Я сейчас убежал, веники замочу, потом чуть позже запарю. Надеюсь, пригодятся. Время 5 вечера. Это будущая дверь. Так, Витя, на. Че, не отвлекаться? На, говорит. На. Да есть тут уже народ помогает. На. И пошел взять по хате молотить ячмень. Будет долгим твой рабочий день. Но зато ты знаешь, каждый винтик в тракторе внутри. Получаешь за работу месяц тысячи три комбайнеры. Нормально, он сказал, дай. Ты что, родился в этом, что ли? Давай.
Че, брат, бери. Не готова. Я не думал, что настолько не готова. Баня говорит, не готова. Она совсем не готова. Приехал на крещение к отцу. Че за аппарат, вообще не пойму. Брат говорит, сначала собирал в него камни, ну, чтобы в печку сложить. А вообще говорят, в нем щелюм будут варить. Вот тоже аппарат интересный. Видел такой на выставке. Классный, кстати. Причем Жамшут сказал, если на улице тепло, то и в бане будет тепло. А тут вообще пруд. Дело движется. Вперед. Осталось окно помыть. Володя, давай! Маляры, дайте ему чаевых. Так, ну чё, братцы, шмотки есть где повесить? Охуенно, братан! Всё, потихоньку делаем! Есть. Самовар на него поставим. Давай накидывай вот эти вот дрова быстренько. Колон есть, дровон есть, рабун есть. Да, 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 все. Давай как-то компактнее, 8 раз, чтобы не ездить, блин, в лес. Смотрите, вот уже сделано. Сколько время кто-нибудь смотрел? Да, сколько-то время уже. 16, ну, наверное, 18 уже. 18 дней уже. Дверь надо поставить еще. Ну, тут жарко уже. Да, ну а что делать-то? Кстати, еще один такой момент. Здесь вот тонкий. Получается, с бани идет вот труба и обогрев в комнату. Как все преобразилось. Супер. А это вот щуки. Щуки. Я же говорю, щуки водятся. У нас в прудах хорошие. Это уже готовые. Можно под пивасик. Я надеюсь, сегодня все будет отлично. Ну что, 7 часов, поехали. Ты главное, да, это самое, колуном руки там нет. Это сам. Папа, а что с ветром? Можно выключить? Можно. Было время. Хобак! Это не шутка, да? Красавчик. А это бить. Ну мы потихоньку обустраиваемся. Всеми силами. Давай попу разорви ему. Крепыш. Вон крепыш ты сзади. Крепыш? Да, это какая-то это самая установка непонятная. Вот это котел. Горят на улице. А, брат, если включить его в розетку, на улице тепло станет и ветер выключится. Давайте, доставайте соленья, варенья. Самый хитрый из армян. Это рыбий. А, видел, да? Ничего не видел. Не видел, да? О. А, видишь какого? А? Зять. Не, ну котов покормили, это уже хорошо. Время 8 вечера, пора это самое, заканчивать баню-то. Горит костер, самоварчик греется. Пойдем посмотрим, что у нас там. Ну что тут у нас, ребят? Дверь готова. А, новую решили сколотить. Закосячили. А, закосячили? Да, видишь, косяк есть. Косяк есть. Я... Нормально, ребята занимаются. А у них на фабрике стачка. Здесь идет Гужбан и Балабас. У нас все хорошо, идет. Да. Граждане, процесс по полной программе. Хочешь чайку, хочешь шашлычку, хочешь шамагонки. Но самое главное не заглядывать вот туда. Иди отсюда, блогер. Блогер, да. Вот время.
Эх, дубинушка, ухнем. Дверь готова, наконец-таки. Не трогали живот. Кто это сделал? Андрей, ты дверь что ли сделал? Тебе нас срезаем. Красная шапочка. Да. Держи. Да аккуратно задавишь. Народу понравилось. Акулация. Какая она? Шапку, шапку. Подожди, я выключу, а то уже тут бахнуло. Грейся, 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 грейся. Тепленький. Теплый. Какой теплый, батарея. На улице тепло, батарея, тепло. Все, бегу в баню. Беги. Проходи. Ой, стойте. Включай заново следующий, кто будет греться у нас. 48. Ну да, пока насос работает. Ну вот как-то так. Обогрел наш сегодня радиатор. 50 градусов радиатор. Да, я погреюсь. Дай погреюсь. Давай, да, да. Да, да. Я погреюсь. Грей, молодца. Слушай, ну ой, ёпэ. Красавцы. А если в розетку? Не-не-не-не-не-не. Сейчас бахнет тебя. Грейся на радиатор. Красав, богатырь. Илюшечка, не уноси радиатор с собой. Приобнял. Ну, вот совсем другое дело. Включаем, пока не остыл. Не трогай ее. Да, не касаться. Зачем ты включил ее? Открытые провода. 56 градусов. О, красавцы. Мужики, богатыри. 19 января, 20 год. Ох, раз. Эх, два. Эх, три. Да не туда поплыл. Горячий? Слишком горячий. Да. Ребят, ну заканчиваем наш репортаж. Это, короче, получилась такая нереальная тема, блин. Я хочу назвать это даже, ну, какой-то, блин, трэш вообще. Баня за 12 часов. Мы ее сделали. Благодаря этому человеку дверь поставили. Отдай мне этот телефон. Я сейчас покажу, как они там все парятся. Ну что, мужики? Все нормально? Деньги есть? Все, сраки не подождите. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет, я так лучше, чем на лодке простут. Труи придут, слюни куют на риск, и не повергнут, пойдут с тобой непройденный маршрут.